студии становится жарко. Через 15 минут с вами в эфире будет невероятная Элвис Коуни. О, вам понравится. Как дела, Джастин? По мордашке вижу, что у тебя все еще проблемы с геморроем. Мой единственный геморрой – это ты, косел. Корабль тонет, Элвис. Всем пофигу на твои соцсети. Я радиоведущий, а не клоун из ТикТока. Разговоры с Элвисом. Вы в прямом эфире. А у нас на связи Гэри. Что скажешь, Гэри? О, у нас тут молчун. Как дела, Гэри? Я у тебя дома, ублюдок. Это шутка такая. Мой пистолет у виска твоей дочери. Звони в полицию. Дай угадаю, ты типа фанат какой-то, хочешь прославиться? Я хочу разрушить твою жизнь, как ты разрушил мою. Тебя арестуют, если продолжишь в том же духе. Я не подам в суд, просто уйди из моего дома. Даже не думай отключаться. Говорят, что я больной на всю голову. Бред. Прошу, отпусти моих жену и дочь, и все будет хорошо. А я не хочу, чтобы было хорошо. Что происходит? Копы сказали, что дома никого. Твоя семейка со мной. Элвис, уходи оттуда. Они рыдают, они скулят. Он все подорвет. Окна, двери, подвал, гараж. Все заминировано. Он в здании, думает, мы дрожим от страха, не на тех напал. Он пришел с женщиной и девочкой? Это он у тебя в наушниках сейчас. Все это время он следил за нами. Если найдете меня, я не взорву здание. Убью только Элвиса. Отпусти моих девочек, ясно? Хватит игр, я слишком стар для этого дерьма. Никогда не забуду его глаза, он конченый псих. Гэри, копы начинают штурм, еще не поздно, умоляю, сдайся. Опусти оружие! Не трогайте дверь! Я не смогу этого сделать. Сукин ты сын! В эфире. Из этого получится крутой фильм. Как думаешь? Сценарий слабоват.